чтобы им честненько вода сойдет, чтобы они пришли, выкинули все это. Он туда на дорогу, потом их вывезут. Это обязательно, чтобы это приехали. Мы сами вдвоем ничего не вытащим там. В Дальнереченске начали работать административные комиссии. Специалисты обходят дома, оценивают ущерб. На текущий момент от жителей поступило уже свыше 330 заявлений. Будут обследованы все подтопленные улицы. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяка. Также комиссии на местах собирают информацию о том, какая именно помощь нужна людям по конкретным адресам. Спасатели будут работать до полной ликвидации последствий удара стихии.